Новотроицке задержали пьяного водителя. Автомобиль несколько раз пытались остановить полицейские, но водитель отечественной девятки вилял из стороны в сторону, не давая себя обогнать. В итоге лихача удалось загнать в тупик. Как выяснилось позже, водитель уже не первый раз нарушает правила таким образом. Сейчас на него завели уголовное дело. Участником следующей дорожной ситуации также стал водитель отечественного автомобиля. На этот раз водитель ВАЗа 14 модели наехал на стоящей на проезжей части МАЗ. Большой груз не съехал на обочину из-за технической неисправности. В результате ДТП водитель легковушки был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, рваной раной коленного сустава и переломом носа. В Бузулукском районе водитель автомобиля «Лифан» не справился с управлением, съехал в кювет. Автомобиль перевернулся, в результате чего у 24-летнего водителя закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и закрытый перелом ребер. В Орске 4 водителей привлекли за тонировку. Один из нарушителей, 20-летний водитель, неоднократно привлекался за нарушение норм светопропускаемости стекол. По результатам рассмотрения дела судом водителя задержали на 7 суток. Всего в Орске за первые 6 месяцев этого года за слишком сильную тонировку привлекли 3717 водителей. Также в Орске вдоль газонов около ЮУМС установят знаки «Стоянка запрещена» и турникеты. Это связано с проблемой уборки снега в зимний период. Парковались на газонах вдоль орского предприятия уже не один год. Арчане жаловались на совсем неэстетический вид одной из главных улиц города, а экологи переживали за экологическую составляющую газонов. Из-за сильного гололеда на трассе Оренбург-Орск машины съезжали в кювет. В дополнение к гололеду образовался туман, который резко сократил видимость. Плохие подобные условия установились от бывшего поста ГИБДД в районе Орска до поворота на Медногорск. Из-за скользкой дороги с трассы слетело сразу несколько автомобилей.